Добрый день, это продолжение предыдущего видео. Ну, я вот, по дискуссии с Прохановым, Надеждиным. Вот тема та же, двух генералиссимусов, да. Вот я, конечно, меня отвлекать, могут упрекать, что я там отклоняюсь очень. Да, я отклоняюсь, да, я согласен, что это немножко непоследовательно. Но такие потоки лжи отовсюду, от Соловьева, от Собчак, и вот этому, и с разных концов, от Госдепа, от Совдепа, от советского зомбоящика, а в Бандерлянде вообще такой какой-то, даже не селевой, а какой-то навозный поток, понимаете, псевдоистории, псевдо каких-то, и знаете, и этому никто не противостоит, кроме каких-то одиночек. Ну вот так где-то Станкевич там пару слов скажет, какой-то моментик хотя бы донесет, чтобы не совсем зомбированное, неграмотное население было. Но я хочу сейчас коснуться немножко другого вопроса. Вот это я хочу показать вообще лицемерие вот этих. Они вот даже врут, настолько эти прохановцы, эти стариковы тупые, что они вот врут и тут же забывают, что они врали вот 5 минут назад. То есть у него там, значит, с одной стороны, они говорят, мы шли, никого не убивали, цветы дарили, мы все были замечательные, все хорошие. На лицо Ампилова посмотрев, только уже можно сказать, кто они такие, да? Это вот чистый полиграф Полиграфыч. Ну и, значит, вот как бы и тут же вот Проханов не удерживается, и вот это как вот генетика дает о себе знать, бандеровца, коммуниста, допустим, Вальцман, да, как они, знаете, вот эти их звериные, вот эту хатынь, которую они устроили в Одессе, потому что внуки полицаев, потому что генетика такая, а эти внуки по Вертухаев, понимаете, Джугашвилевский, и тоже генетика, и злобность. И надо бы попритворяться, надо бы было похитрее. Но тут же это будем расстреливать, будем. А мы ведем с этим, вот фактически я вот рассматриваю их как преступниками, которые готовят ОПГ, готовят Майдан откровенно, понимаете? И мы с ними, вот люди, которые открыто обсуждают, как бы нас с вами убить, понимаете? Вот они, если прямо говорить об этом, а мы с ними хрюму там пятое, десятое. Ну, вот меня порадовал такой момент. Вообще, те, кто пострадал, вот родственники тех, кто пострадал, да, от джугашвилевцев, да, это миллионы людей, да, крестьян простых, да, там, которых, вот, ну, я их не уважаю. Вот не уважаю их. Знаете, почему я не уважаю? Вот такой Джугашвилевец повесит свою агитку, и вот идет внучок, да, над дедушкой там издевались, выбросили в снег. Вот с моим дедом так не обращались. И он идет, и ему даже лень сорвать. Он, да, зло распространяет. Джугашвили ходит, вешает. Понимаете? И вот такие люди вот своим сон разума рождают чудовищ. Вот не противодействие, наверное, так и вот и коллективизация, это 17 миллионов, да они бы могли, если бы вот так в один кулак эту силищу, да, это 1,5 миллиона штыков только мобилизационные, то есть можно было смести с лица земли этих прохановцев так, чтобы и воспоминаний о них не осталось. Но каждый тоже вот думал так вот, что я вот крестьянин. Кстати, это были все крестьяне, которые поддержали советскую власть, вонючую советскую власть. Вот так вот
это урок тем, кто в дальнейшем хочет сотрудничать или использовать коммунистов. Вот это вы и получите в конечном итоге. Заигрывание с сатанистами, оно приводит именно к таким результатам. Я хочу сказать вот такой момент. Ну, не все люди такие, не, как сказать... Вот Проханов там расплакался, раз там вопли были, меня избили. Ну, да, вот ну, люди эти действовали, ну, скажем так, не совсем законно. Ну, вот морально-этическую сторону мы давайте разберем. Вот под Оренбургом нашли семью казачью, да, которую вот эти вот такие же братья по разуму, вот эти Пантелеевы, да, Лени вот такие, да, забили палками, то есть всю семью, там человек 6, да, и мать, которая защищала ребенка, они ей проломили голову, ребенку тоже проломили голову. Вот, может быть, у Проханова даже не возникает мысль. Может быть, это родственники вот этих вот людей, которые пострадали, тебе маленькую-маленькую ответочку включили. Тебя не в концлагерь бросили, не травили тебя собаками. Как по справедливости, наверное, было бы тебе хорошо попробовать. А тебе только-только включили, чуть-чуть дали тебе ах, сколько вопли, ах, сколько визгу было там. И я хочу сказать, ну, я очень благодарен этим, потому что вообще в той ситуации, когда вы никто не сопротивляетесь, когда вы вот так вот такие проявляете себя терпилами, да, коммунист тебе в подъезд прямо наклеил, ты ходишь, тебе лень убрать эту мерзость, эту блевотину, которую тебе повесили на стену. Нет, он идет мимо, его дедушкой там издевались, может быть, его бабушку в концлагере насиловали, вот такие же джугашвилевцы, вот такие. Я хочу сказать, и нормально, и все. Ну, я вот скажу, что я не реагирую так, хотя моя семья, она не пострадала. Ну, как не пострадала? Ну, не убили моего дедушку. Ну, как бы вот, ну, ведь, понимаете, вот редкий хрен не слаще. Вот, как говорится, понимаете, какая штука? Вот был дом на Камень-на-Оби, город Камень-на-Оби. Там моя семья, даже не вопреки учению Маркса, этому дебилу, сатанисту, да, и русофобу, который говорил, славяне, навоз истории, да, и мне все равно, кто убивает славян, лишь бы это убивал, так сказать, по каким причинам убивает. Главное, хорошо, что убивает. Вот, вот его главная мысль. И вот этот субъект, вот эти вот на моей семье, ну, несколько человек, ну, собралась семья, да, какое кому дело, да, обожгли сами кирпич, построили дом на 20 квартир, на 20, да, там жили, никого не трогали, там землю купили, государство, все по закону. Ну, пришли джугашвилевцы, страшные и ужасные, вот эти вот Стариковы, да, и они вот все это отобрали, да. Но если бы сейчас там был какой-то центр обсерватории имени Королева, вот эти такие милые дома, они у нас еще стоят в Новосибирске, такая прелесть вот этого из кирпича, они не рушатся, причем они красиво построили, их строила не джугашвилевское, хрущевское быдло, которое кроме квадрата ничего не знает, никаких геометрических фигур, никакого архитектурного, так сказать, мышления баженовского или какого-то или расстреля. Они, конечно, ничего не понимают, вот это им это не надо, быдлу надо, вот колбаса по 2,20, блин,
и полный пипец. Все, все, вверх, вверх мечтания любого джугашвилевца. И вот это, значит, ну, можно было там библиотеку имени Королёва. Вот где бы люди там какой-то... Пусть отобрали, пусть, ну, сохранили. Но нет, зверьё, звероподобные джугашвилевцы. Они взяли и разобрали этот дом, вот эти вот Стариковы, ну, вот его братья по разуму пришли, разобрали быдло тупое, блин. И построили из битого кирпича, вы только вдумайтесь, это вот я китайские реформы буду проводить, ты вот это делал, ты вот это такие, как ты делали, да? И построили баню, баню, в которой, а баня получилась косая, кривая, ужасная, в нее никто не ходил, понимаете? А по сей день, это же разбазаривание... Вот сегодня то, что сносится новосибирские коммунисты, сносят капитальное здание. Вот, и вот мы должны разбираться, вот, вот, вот это вот, знаете, какие коммунисты хорошие, в сортах навоза мы должны тоже разбираться. Вот там, какой навоз хороший, какой нам к обеду подавать, да, себе на стол, да. И вот, вот этот хороший, вот это просто не тот навоз был, понимаете? Вот это вот все, вот это, мне просто это все осточертело, это дурость, тупоумство, просто. Поэтому я, в принципе-то, где-то, может быть, это я не совсем хорошо, но я где-то думаю. Я очень, прямо день рождения мой был, отмечать буду. Вот второе. Вот, ну, с другой стороны, мне, понимаете, ребята, те, кто вот это как бы делал, но это не совсем как бы законные действия, как по справедливости вам никаких претензий, по, но вот по существующим у нас законам джугашвилевцы могут творить, готовить новые преступления, а вот им ничего не сделать нельзя, нельзя. Да, так сказать, Гитлер, который действительно был злодей, да, вот и это нельзя. А вот джугашвилевцы, они на каком-то особом таком положении, они могут готовить новые преступления, они это не скрывают, они вот это прорываются. Это еще вот они там на экране не себя рисуют, а так. Вот после первых же слов с джугашвилевцем и почти из любого начинает лезть пидорастия, начинает лезть его фантазия насчет пидорастии. Они пидорастию со своими концлагерями, вот со своими ворами в законе, которые они породили. Нигде в мире такого нет, вот этой прохановщины, да? А вот они и породили. И вот, вот эти вот люди. Вот, я хочу сказать, обращать, но мне такие как раз и нужны люди. Мне вот такие очень близко люди. Почему близко? Не то, что вы вот правильно, вы неправильно сделали. Во-первых, вы подвергали себя риску. Потому что, ну, а вдруг бы вы попались, вот вас бы в тюрьму бросили, вас бы мучили. Потому что всем наплевать, что под Оренбургом убили ваших родственников, допустим. А вот то, что этот Проханов чуть-чуть пострадал, вот это же было бы точно. Я вот говорю, у нас столько людей сидит за превышение необходимой обороны. Ни за что, ни за что. Вот, и поэтому я хотел бы обратить на ваше внимание, что можно, как вот сказать, бить-то, так сказать, стрелять из охотничьего ружья, а можно по-другому, это вот выстрел из охотничьего ружья, как бы, я сравнил вот так. Или из рогатки даже, вот так вот, понимаете, вернее будет, из рогатки выстрел. Ну, тоже дело, но, понимаете, не то дело, не ваш масштаб, ребята.
Вот, смотрите, вот ссылка, отправленная вот с этими материалами, это убийство для бандеровцев. Это смерть их поганой идеологии. Это то, что от них будут отворачиваться люди, как от животных, которые, когда наши предки с вами мерзли в окопах под Москвой, и они жрали там эти прохановцы в тюрьме, в тылу, обжирались там. Они скупали в Санкт-Петербурге, да, ну, как они переименовали Ленинград, мерзкое название, да. Ну, вот они скупали у ленинградцев, да, у блокадников, вот так лучше скажем, у блокадников. Они скупали золото последнее, которое уж они не смогли ограбить. И вот они за корку хлеба получали золотые монеты, брошки, все. Вот сегодня они, коммунисты, на эти деньги открывают, на эти кровавые деньги они открывают предприятия, все богатеет, все. Их поддерживает миллиардер Соловьев, так сказать, давая ни одному разумному, ну, за редким исключением, там, как бы он не желает какую-то площадку давать, да, ну, это ладно. Ну, и бог с ним. А вот, как бы, смотрите, вот ссылка, отправленная с моими материалами. Я говорю, это как вот солнечный свет для упырей. Они начинают дымиться. Они начинают от них... Этот процесс идет не сразу. Он медленно идет, потому что русские, они не умеют... Да, мы можем спутники делать. Да, мы можем делать чудеса в технике. Да, но мы не разворотливы. Мы как эти вот по медведи там вот эта «Единая Россия» выбрала тоже. Вот такие вот это вот... Может быть, про медведя это как бы слухи говорят. Он ловкий. Ну, вот есть такое вот предвзятое мнение, что он вот так вот еле-еле что-то там поворачивает. Ну, надо быть, если медведем, то не таким медведем, понимаете? Вот, как «Единая Россия», да? Вот, и которая там и заигрывает, и с джугашвилевцами, и с теми, и с... Поэтому у них ничего не идет. Потому что вот это, если навозная колхозная идеология начинает преобладать, разъедать мозги, то и в конечном итоге на этом фоне, на этом поле мы имеем вот это. А вот если вы пошлете ссылку туда-сюда, ну, можно хотя бы там по 10 ссылок в день, небольшой, вы душевно себя будете лучше чувствовать. У них все пойдет наперекос, у них все начнет у этих прохановцев, зюгановцев рушиться, они начнут вылетать со всех... Потому что мои материалы всегда действуют стопроцентно, понимаете? Но просто у нас, как бы я скажу, что мы, вот не зря у нас такие сказки, что кто-то на печи за меня там сделал. Ребята, не осталось никого. Все, которые могли что-то сделать, они уже уехали за границу, понимаете? И уже остались, ну, вот люди, которые, ну... фанатично преданные России, ну, их единицы реально, они погоды не сделают. Если вы простой гражданин, там, электрик, не будете чуть-чуть двигать, никто за вас не сделает. Всем на вас наплевать, понимаете? И вверх туда смотреть, что придет царь, батюшка, там, да нафиг вы никому не нужны. Они, те, кто придет там, Навальный еще, они сговорятся с этими же олигархами, коммунистами, и все у них будет тип-топ. Вот посмотрите такой вопрос. Ну ладно, допустим, мне кто-то скажет, ну был один случай на камне там, и ты вот обиделся, да, а потом там все было хорошо. Ну и здесь вот в Новосибирске у нас на Сарнавхозовской было
это центр города. Это сейчас коммунисты там строят, получают бешеные супергаражи. Я-то слышал сказки про это, ветхое жилье, всякие глупости. Они забрали участок где-то 6 соток, да, на котором это просто можно было бы... Это 600 метров вверху дом, да, и 600 метров внизу. Если даже два этажа построить, да, то это уже 1200 получается метров, да. Это можно было эти все годы потихонечку строить. Ну, коммунисты почему не построили в свое время там, ну, как бы дом обычный стоял, да? Ну, потому что коммунисты не давали ни кирпича. Вот это время, это сейчас многим непонятно, идиотам, кстати, которые записались. А нельзя было купить кирпич. Вот даже кирпич нельзя было купить. Это где-то вот строили так, там, дачи, разбирали старый дом, который еще при царе-батюшке, допустим. И из этого старый дом привозили на новое место. И из этого старого материала, это представляете, какие затраты труда. Это разобрать, это непросто. Это все, вот этот вот. И, значит, вот они этот участок забрали и взяли, и дали на... вот на окраине города. Там же на окраине, там, скажем, дали этот, разрешили, выписали бумажку на поставить железный гараж. Ну, железный гараж потом забрали. Ну, как забрали? Не сам гараж. А снести до такого-то. А пришел оккупант, коммунист, джугашвилевец. И все, и они это делают, и тогда делали эти джугашвили. И сейчас они делают. Они грабят, грабят и будут грабить русский народ. И если вы будете жить, если вы будете вот эту чушь Соловьева слушать, вы будете вот так жить, вы будете гнить заживо. И это справедливо, и это правильно. Но смотрите с другой стороны. Ну ладно, может быть, вы такой человек спартанского воспитания, может быть, вы привыкли спать там, ну я не знаю, там на бетонном полу, там не иметь ни хорошего дома, вам пофиг, вы где-то работаете, вы где-то в облаках, вы молодой, вы сильный, вы и слава вам, как говорится, да? Вы не хотите думать о себе, вы хотите думать о государстве. Но смотрите, вас же убирают, грабят вашу генетику. Вот, вот никто не задумывался и не поднимал вот из этих журношлюх вот этого вопроса. А я сейчас подумаю. Генетику вашу грабили с двух сторон. Вот после Сергея Павловича Королева, которого коммунисты, спасибо им за это, просто изувечили, не убили уже, спасибо, господин Проханов. Ну вот академику Вавилову так не повезло. Прохановцы, вот эти братья его по разуму, забили его до смерти. Царь Петр, смотрите, как сочетается, как вот это предтечие же Александра создает кунсткамеру, создает, на, пока еще никто, а он молодец, а он уже творит историю, он же действует, он же вперед, он же дает, он испытывает первую подводную лодку, пока другие, пока Жюль Верн еще и не родился, так сказать. Вот, вот что делает великий человек. И недаром про него сказал Александр Суворов, царь Петр наш жив. И далее академик Вавилов делает вот после значимости, это супер важная вещь, я сейчас объясню почему вам. Это генный банк, первый генный банк в мире. Не США, не Англия, не Франция не чухнулись. Мы создали, мы русские это сделали. Все изувечили, все сожрали они, слабоумные идиоты, быдло, которое врывалось в музей Суворова и знахратило, и свинячило там все, сволочь поганая. И тут они не обошли. Вот я и не... Мир не знал самодуров, которые, ну, ученые где-то занимаются, феодал там грабит крестьян, допустим. Да ему пофиг ты. Ну, делает, вдруг что-нибудь хорошее сделает. И он же не трудится сам, феодал, ты правильно? Ну, вот этим дебилам надо было до всего докопаться.
И вот давайте смотрите, а ведь генный банк, это же был только первый шаг, это к сохранению растений, животных. А теперь давайте я немножечко продолжу мысль. А допустим, что поручик, ну, допустим, Иванов или Алмазов, который у нас, ну, допустим, поручик Иванов, да, смещает, как бы, убирает коммунистов на свалку истории. Неважно как. Дело техники. Алмазов это сделал за одну ночь. Горстка людей было, 200 человек. Вот. И смотрите, дальше. Ведь какой момент-то? Ну, естественно, возникает то, что такой ученый, как не обратить внимание? А первое, чтобы поручик его спросил, а ведь мы холодная зона, ведь вот коммунисты, Джугашвили, ну, вы у нас, вот алмазов много, вот Бог нам дал и алмазы, и нефть, и территории, а вот холодная погода. А мы, дебилы, понастроили здания с тонкими стенками и отапливаем космос, и не знаем, почему мы бедные, потому что мы дебилы. Вот надо что себе сказать в плане самокритики. Ну, они ж не скажут, они скажут, у меня то оправдание, это оправдание, ля-ля-ля, бу-бу-бу. И вот там у Киселева, у Соловьева разведут, и все. А вот о чем можно было говорить? Ну, естественно, что поддерживать в замороженном состоянии ткани нам гораздо легче. Вы понимаете, затрат меньше на Северный полюс. Я уже там говорил идею, как Россия могла бы на криогенных камерах зарабатывать. Правда, совдеповский ящик, вот эта информация впервые 50 лет я не молчал, а тут они про географическое положение, ну, журнал эти, ну, журнал эти, совдеповские журналы, они же не скажут, что это моя мысль, они скажут, что это ихняя, что они сами придумали. Ну, Академии плагиаторских наук нашей это не под силу маленечко. Вот. Поэтому, как бы, но я, помните, я рассказывал, как еще какие дебилы управляли миром, как египетские ученые создали как с помощью пирамид египетских мы могли создать первый интернет. Вот. Я это рассказывал, я не буду сейчас повторяться. Вы думаете, вот это вот что-то изменилось, что пришли дебилы меньше, еще больше пришли дебилы? А вот здесь-то вот это было, это еще даже не с интернета, это было супер и супер идея, супер проект, под которым даже GPRS меркнет. Почему? Потому что, посмотрите, даже если мы хороним умершее тело, оно просто сгнивает. Мы хороним еще не будучи, вот когда врач констатирует смерть, мы не знаем строение мозга. Может быть, реально этот человек и не умер. Вот даже если в этот момент, даже когда мы его заморозим, его я еще, я думаю, этот центр гибнет в последнюю очередь. Я думаю, мое потому что были, хоть мне там возражают, они раз были случаи, констатируют смерть, а человек в гробу встает. Не раз, и не два, и не три такие случаи были. Значит, предположительно, можно предположить, что он гибнет в последнюю очередь. И вот посмотрите, ведь можно было вот с самого не только, скажем, криогенные камеры для тел тогда строить, да?
чем просто закопать человека, можно сохранять это как-то и приятнее. Видеть разложившееся тело своего родственника, это достаточно, я согласитесь, неприятно. А если оно сохраняется как бы как незыблемым, то это никакое не это ни памяти человека, ни нарушение каких-то ни моральных каких-то норм, ничего. Но ведь кроме того, можно было брать клетки у живых людей и замораживать. И вот мы живем на стыке величайших биологии изобретений, которые тормозят кретины, политики рассевшиеся, которые слабоумные. То есть у нас получено клонирование клеток. И ну, дебилы не понимают, что это открытие нас ведет к созданию искусственных органов, которые не отторгаются телом, в отличие от пересаженных от других людей, это понятно, да? Иммунная система срабатывает на свой белок. Но вот если даже сейчас вот вы старый человек, вот да, завтра мы изобрели все, как выращивать печень. Мы ее возьмем, вот эту клетку, старую вашу клетку, да, и из нее будем клонировать, где уже накопилось множество ошибок. А ошибки, ну, понимаете же, каждый, любой механизм какой-то, он повреждается, он вносится. Не бывает идеальных механизмов, понимаете? Вот. А теперь представьте, что вашу клетку, когда вам было... Времена академика Вавилова бы заморозили, а потом бы хорошенечко с помощью поручика Иванова, да, который бы сказал: да, слушайте, вот у меня состав золота, вот давайте побудем думать, что делать на клеточном уровне, придумайте что-то, нечто с клонированием, да, и уверен, что сегодня мы выращивали печень. Сегодня вам, допустим, 90 лет вам бы вставили свежую печень. В этом нет никакой фантастики. И это реально. Но все это коммунисты нам поставили крест, вот эти прохановцы, вот это сегодня на у нас уровень жизни как в этой зачуханной Бандерлянде, понимаете, вот эти с этими совками киевскими, которые вот такими же Вальцманами, Вальцман сын коммунистов. Они говорят: вот, мы бы собрали, мы бы, я, как бы ты собрал, что за олигофрен, в 93-м году ты бы, я бы пришел в Астану, их, как ты, это, языком болтать легко. Когда ты был у власти, ты ничего не сохранил, ничего, а там, когда уже все распалось, наверное, как-то без олигофренов мы восстановим великую Россию. Без олигофрена, понимаете? Потому что даже если бы вы прикасались к этому вопросу, было бы уже плохо, потому что если даже что-то мы и сделаем, так вы же обязательно это припишите себе. Мы начинали в Новороссии бороться против бандеровца, да? А вы потом, а вы сидели втихонечку, вы, которые расселись, коммунисты, во всех органах власти, вы ничем не помогли, вы сидели, ничего не делали. А потом мы, это все, я. Я хочу сказать, что вот надо поэтому, ну, я про... Вот сейчас вернемся от научного, вернемся в социальную. Как вас грабят? Как грабят вашу генетику? Не только вывозят прохановцы ваш уголь, вашу нефть, ваши вот ресурсы, вот это, составы идут. Вот я с детства идут эти составы куда-то в прорву на запад, и все, и там исчезает за горизонтом. И в ответ ничего, ноль. Но, может быть, вот
При чем же тут вот генетика? А вот я сейчас объясню, при чем. Вот русская женщина создана природой одна, и соперниц она не имеет. Я вот это не понимал до конца, пока жил. Ну, вот в Новосибирске я вот ходил, ну, вокруг меня красивые женщины. Это нормально, ну, мне как это, ну, для многих это как норма, так сказать. Вот. Пока ты не начинаешь сравнивать с другими объектами. Я приехал в Санкт-Петербург свою, на меня произвело громадное впечатление Петербург. Все такое красивое, все, я согласен. Но я почему-то обратил внимание, что красивых женщин-то там на порядок меньше. На порядок меньше в Новосибирске. Я думаю, что-то мне один раз... А для меня это была привычка, понимаете? А знаете, почему их на порядок меньше-то было? Там, это 80-е годы еще. Вот когда началось ограбление вашей генетики. А сейчас я объясню, как оно происходит. А дело в том, что со времен вот этого вонючего Майдана с 1970 с этой Джугашвилищи красивые женщины не рассуждают, как вы, что вот надо потерпеть ее прохановцев Джугашвили. Там зарплаты в Санкт-Петербурге выше. Там нация, это же одна, мы же понимаем, да. Вот зарплаты выше, выбраться на Запад там проще. И все вот эти годы наши женщины, вот как это происходит примерно, как женщина доводится русская до какого-то исступления, до каких-то неадекватных поступков, вот показала Лена Яковлева, вот в этой интердевочке. Но у кого-то это другим путем выходит. Кто-то, значит, заключает браки, уезжает. Лишь бы убраться из от прохановщины, от стариковщины и от прочего вот этого вот. Вот. И понимаете, красивых женщин у вас остается все меньше, меньше, меньше. И вы уже можете стать совсем другой нацией. Вот, то есть, понимаете, а в Европе их становится больше, больше и больше, на радость. И даже из Европы слышится, знаете, такое ехидное, а вот русские красивые женщины, красивые, ну это речь, конечно, идиота, понимаете, а красивые, а мужики ужасные. А ничего, что русская женщина не может появиться без помощи русского мужика. Там, собственно говоря, быдло, пойми это. Ну что объяснять с обезьяной там французской какой-то я полемизировать не собираюсь. Но я вам объясняю, как вы ставите себя с этими Прохановыми, Зюгановыми. Стереть их с политической карты. Не сделайте этого. Не достанете эту тварь им из мавзолея, не сожжете. И вот куда спустили останки Гитлера? В канализацию. В канализацию. Вот туда, понимаете? Не сделайте это. Не произойдет очищение. Ведь, ну, стоит мавзолей, ну, допустим, сделать там, как бы, увековечить там Сергея Павловича Королева, еще какие-то дать ориентиры, новые, свежие. Нет, это быдлятина, это давай вот эту быдлятину, вот, давай памятников побольше понаставим тварям. Я хочу сказать... Кому ставите памятники? Давайте я вспомню. Вот я просто музей Ленина, да, вот это. Письмецо его достали, да, где он пишет указульку, да, что 10 тысяч мобилизовать этих рабочих, значит, на убой бросить, а потом 20 тысяч. И 10 тысяч буржуазии. Ну, это значит врачей, учителей, как он там, это вот, знаете, вот
Потому что буржуазии, ну, нету столько, знаете, на 20 тысяч рабочих 10 тысяч буржуазии не наберется. Вот. И потом их гнать на пулеметы. Знаете, откуда Владимир Ильич подчерпнул эту тактику? Это тактика Чингисхана. Монголов Чингисхан. Я расскажу суть этой тактики такова. Многие там сейчас казахи, тут татары пытаются говорить, вот мы понаследники Чингисхана. Ну это была же последняя блевотина человеческая, понимаете? Быдло неграмотное. Вот, вот оно и вызывало у Ленина восторг, понимаете? Вот все такое дикое, мерзкое у Джугашвили, у Ленина, она, все этот сатанизм, она вызывала всех, кто убивали русских, как его завещал им дедушка Маркс. И вот оно, ну и вызывало у них. И посмотрите, какую тактику он использовал. Значит, какой-то город там, ну, не сдавался, он, значит, поступил очень просто. Он пригнал туда 200 тысяч вот этих татар всяких, ну, вот, кто попался, вот эти вот в Хорезме, там, ну, вот, неважно. Ну, вот, вот всех этих народностей, которые сейчас себя объявляют. И их начали убивать и забрасывать труп. И все, и мы так взяли город. Вот, вот Владимир Ильич этот опыт очень понравился. И Владимир Ильич, как настоящий пархановец, вот это все и осуществил. А еще Владимир Ильич, вот я этот случай рассказывал, и еще раз не премену повторить. Вот по воспоминаниям Надежды, было наводнение. Ну, вот когда зайчики, лисички не трогают зайчиков, спасаются, да, какие-то дедушка Мазай там, помните, ездил на лодке, спасал. И Владимир Ильич ездил, только он не спасал, он веслом. Ильич, говорит, набивал целую лодку зайчик и был очень доволен. Вот и это все в этом вот, пораженным вот этим сифилисом мозгу, а я абсолютно вот доверяю вот тем, как бы, вот, сведения, тем разговорам, которые ходили на медицинских кафедрах, это же не бабушки старые, а вот что у него мозг у него был поражен сифилисом. Вот оно, злобность его отсюда, она проистекала. Вот я почему говорю, что на медицину надо вкладывать, потому что нормальный человек идет лечиться от болезни, а вот такая злобная сатанистская личность, как Джугашвили, они ходят и со всеми сводят счеты. Всего доброго.